Так, в сквере очень много народу. Люди устали от самоизоляции. Как в былые времена. Народу-то. Вон сколько гуляет. Да не, раньше меньше было. А? Раньше было намного меньше людей. Нет, ты видишь что? Ну, погода хорошая, поэтому вот столько народу вышло. Вон сколько народу гуляет. Вот такая красота, конечно. Надоело людям дома сидеть. Надоело. Свободу попугаям. Идем гулять на запретную набережную. Говорят, что там не гуляют, запрещают. Без масок нельзя. Вот мы сейчас и проверим, сколько там народу на нашей новой набережной. Так, все закрыто. Нижняя набережная пустая, никто не гуляет. Вон там он гуляет. Даже перекрыто, да? Вот там гуляет. Ну там можно вот пойти спуститься вниз. Пойдем посмотрим это. Что там с той стороны на от дома то не вон видно. Мальчишка, вон спустился. Пойдем, вон там он где стоит. Пойдем, там. Вот здесь можно спуститься. Мы спускаемся вниз. И вот там-то они дальше. Помнишь, там вот какие конструкции были? Все снесли. Ну да. До основания. Слушай, а вот почему вот здесь вот нельзя ходить? Там можно. В смысле, здесь можно, а здесь, там нельзя? Здесь, да? Нельзя. Не знаю, там перегородили, почему? А здесь там не перегородили, не знаю. В процессе стоит. Ну да. Понимаете, воды как много. Много. Кажется. Да. Матушка Волга. Вода красивая, он там синяя ты далеко. Смотри, как городской пляж зовут. А, это не городской пляж. Это этот. Это старый городской пляж. А, в смысле на самом этом, да. Там же есть еще посерединке еще один островочек. Сюда вечером интересно прийти. Фонари красивые горят. Водичка поднялась. Ступеньки в воде. Да. Это вид сверху течения. Рыбаки рыбачат. Ой! Ой, рыбку поймали. Смотри, правда, какой большой-то, да? Классно. Ну так. И рыбку можно ловить. Да. А это здесь зачем? А это денежку кидают, чтобы и вернуться. Да, вода нереально поднялась. Нижняя набережная затоплена. Ну, в смысле, нижняя дорожка, где можно было ходить. Ну, вон эти-то вот, как их, бордюр или как он там. Ну вот, а дальше забор, там как раз идет стройка, продолжается новой набережной. Сегодня солнечно, так хорошо. Во время карантина нельзя выходить на улицу. Не мешайте матрицы, рендерить новый мир. А то взглянете, и там не будет.
И небо какое чистое. Вот, вот вид. Остался для прогулки совсем маленький кусочек. Идем обратно. Так что сейчас гулять можно только на необустроенной набережной. Там хоть есть где погулять подольше и подальше. А здесь осталось совсем чуть-чуть. Ну, надеюсь, скоро откроют прогулочные зоны и можно будет гулять. Катушки набросил, да, поплавочек.